На открытии ежегодной спартакиады школьников, кроме наград, ждал особенный подарок – визит олимпийских чемпионов. В рамках 7-го автопробега по городам России спортсмены посетили «Орел». Мы встречаемся в каждом городе с детьми, проводим мастер-классы, рассказываем, отвечаем на их вопросы, рассказываем все то, что их интересует. И девиз нашего автопробега – «Олимпийские чемпионы дети». Целый год ребята будут состязаться в разных видах спорта. Достижения подытожат в следующем году. Уже не впервые в числе лидеров оказался лицей номер 40, благодаря своей баскетбольной команде. У нас поставленная командная игра. Мы уже не первый раз выигрываем КС-баскет, например, и спартакиаду тоже. Среди олимпийских дисциплин здесь и легкая атлетика, и кросс, и волейбол, и силовая гимнастика, и многое другое. Конечно же, спартакиада школьников городская, она стоит не из одного этапа городского. Мы здесь видим как бы лучшие уже спортсменов. Спартакиада включает всего два этапа. Первый – внутришкольный, то есть соревнования проходят среди классов внутри школ. А второй – это уже городской этап, то, что мы видим здесь. С каждым годом количество участников растет, что, несомненно, радует почетных гостей. Цель автопробега – пропаганда спорта среди молодежи. Следующей точкой на их маршруте стал госуниверситет УНПК, где олимпийцы пообщались со спортивной общественностью вуза и ответили на вопросы студентов. Рассказать есть о чем. На счету этих людей – участие не в одной олимпиаде. От 4 до 20 лет стажа в сборной Советского Союза, куда попадали лучшие из лучших. Алиса Мельянченко, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».